На елке мэра, как ее еще называют, водили хороводы школьники Читы, которые отличились в учебе, показали лучшие результаты в олимпиадах, в спортивных мероприятиях, клубной работе. Одаренным школьникам и детям, оставшимся без попечения родителей, Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки. Сладости получили 2000 участников новогоднего праздника. В этом году городская елка впервые за 10 лет проводилась не в драматическом театре, а в краевой филармонии. По-новому выглядела и программа – театрально-музыкальный спектакль «Тайна повелителя времени». Он окунул детвору в невероятные приключения, которые закончились счастливо, благодаря главному герою – Деду Морозу. Завтра на сцене филармонии состоятся еще два заключительных представления главной городской елки Читы. Значит.